пойдем тогда там можно следующий. Чат, поняли, да? Вы все поняли, чат? Я вот все понял. Как он все ко мне заберется? Блять, игра, отпусти! Ни хрена себе. А немного я ему по голове сейчас настрелял, прежде чем он сдох? Так, бежит. Выманиваем, короче, их сюда. Так, теперь остался беззвучный дурачок. Со снайперкой там с какой-то он. С 24-й, с этой, с СССР, что ли он. 25-й. Грену им. Да конец, грены сейчас первую космическую врубят и убегут, блин. Нельзя грену кидать. Finally, говорит. Где он? Надо его заманить внутрь. Так победим. Shut up, just quiet. Давай, давай, иди сюда. Ага, давай, 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 идем. Так, так, так. Блин. Найс. Жалко, квеста у меня на них не было. Ух. Ты. Я. За территорией. Оказались пусты с другой стороны. Глушак, Симбы. Нижняя часть к нам. Понял. Центр, найти. Центр перебегает. Центр бежит вправо. Вправо к Симбе бежит. Вижу, 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 вижу. Пусть залазит. Ты лодочную посмотрел? Да. Трассеры по нему летят снизу. Чуть по нему... А, там боссы у нас, слышь, походу. На нижнем отеле. Он вообще аж по краю там прижался с той стороны. Так правильно, там по нему такой шквал, как с минигана летит трассеров просто. М62-х, походу, с МЦХ-а. Бля, мне ведь надо убить этих боссов. Я пошел пробовать. Пробую заманить их туда. А там до сих пор один беззвучный? Да. Ну это фишка шева. А, не, я думал, баг. Все думали, что баг. Бля, что-то орут там. Да закрой ты дверь эту, господи. Я спрятался в гараже. Возможно, меня рашить будут. Таким, наверное, надо знать, что ты в гараже. Может, они на тебя загрызли. Ты думаешь, они не знают? Фигня, которая не падает тут нигде. Mm.
Там Big Pipe, кажется, к вам пошел наверх. Спасибо, не надо. А как-нибудь можно без этого? Ну не отсвечивайте, почему он к вам пошел? Я вообще сижу в углу. Я там даже не смотрю, вот вид пошел отсвечивать. Я тебя спрятался просто. А, ты думаешь, пусть тебе поможет, да? Нет, ты тут, мы там. Думали, бака это фища, в скобочках весь Тарков, да? Типикал. Нет, не двигайся. Одного убил. Одного только. Пойму, сдох он, чат? Что за звуки он издает? Не, не сдох. Какие-то звуки странные очень, чат. Как будто он хочет клубнику посадить своим этим напарником. И остаться жить вместе с ним. Отсылка, по-моему, к какому-то сериалу, да? Да-да-да. К третьей серии, я бы даже сказал, какого-то сериала. Чувство, не дохнешь-то, блин. Блять. Вон ствол торчит у него. Видите? Я калитку наблюдаю. Хорошая калитка такая, качественная. Запомни. Блять, попал, сучка. Я там тебя там звали. Не, меня не звали. Lucky for you, coward. Сука, ёбали на. Они двери разучились открывать или чё, блин? Заметил, что небо полосками сделано. Here they are. Обрати внимание, но не полосками, а кругами, причем овальными. Это когда контрастность накатываешь, тогда такое появляется. Думаешь? А я не... Но это все равно, это значит, там есть текстура такая. Ну, она больше к освещению относится. Ну, может. Какой вкус офигенный. Надо найти этого, где он спрятался. Да слишком стал сразу. Не учитывай. Это на батлфронт какой-то. Я вам не мешаю, извините. Ну нормально. Небо красивое. Остался последний. Жулик. Сейчас я его попробую... На скилле я разыграть. Все. Все? Да. Посмотрите, посмотрите симбу, пока вы сверху. Есть оптика. Оптика есть. Гали. Можете, не знаю, дать ему пару пулечек по камням, пусть это боится. У меня патрон закончился. Потому что у тебя магазина, может быть, не было в эмке. Нет, был. Или не был, ладно. У тебя его не было с прогрузки, все. Ты сейчас один патрон из ствола стрельнула. А я тебе забыл сказать. Если бы была бы боя, короче, я бы с тобой... У меня была бы неожиданность, да? Такая, небольшая, знаешь. Ага. Случайность. Все, у тебя зачитался этот квест, да? Да. Убил? Вам, кстати, повезло, что он вас не спалил. Тут вот, короче, МДРК уже скоммунизил кого-то. А, вот у них, походу. Ничего не знаю, у бота, убитого мной. Не, берите, МДРК. Берите. Биг Пайп просто с Граником был.
Если бы вы, чуть-чуть бы побольше агрессивно на него смотрели бы с этой со скалы. Я туда вообще не смотрела, потому что смотрели, я знала, что все закончится. Толя. А, нет, тут же я убил его, да. Самолет. 22 попадания, кстати. Стримы стараюсь проводить каждый день, по будням, иногда даже выходные во второй половине дня. Вся движуха в основном происходит на Трово с чатом, там всякие боксы, эвенты. Поэтому, кому интересно, чем мы тут занимаемся, регайтесь на Трово, залетайте в чат. Там же, кстати, прошедшие трансляции есть. Если вдруг YouTube влетает за музыку и на YouTube они недоступны, то там они будут. Ссылка будет на канал в описании под видео.